достаточно редко встречающее сейчас FM-радио с известным всем значком. Сейчас я вам открою секрет, что это за значок и чей это значок. Это значок Sony Ericsson. А звучит сейчас проводное радио, которое шло в комплекте к телефону Ericsson модель T39M. Как вы видите, оно подключено к телефону. Телефон сам не включен. И можно слушать радио. Телефон рабочий. Сейчас сбилась настроечка, чуть включили. Ну вот. Здесь на приемничке находится кнопочка включения, она же переключение режимов. Сейчас резкость найду. И рядом кнопочка Select и громкость. Мы сбросили радио. Выберем режим настроечки сейчас. Где он? Не вижу. Это громкость, пардон. Вот режим настройки. Сам телефон мы можем выключить, и приемник все равно будет работать. Ну, вы видите, получаются помехи, потому что все-таки антенной этого приемника являются наушники, и их надо не так кучкой собрать около приемника для уверенного приема, а растянуть. Приемник имеет клипсу для защелкивания на лацком куда-нибудь. Достаточно технологичное и удобное устройство.